Компания «Стройгарант Анапа» сегодня ведет застройку в 5 коттеджных поселках. Положительные отзывы и благодарности клиентов – все это благодаря дружному, сплоченному и высококвалифицированному персоналу. Об этом руководство фирмы знает не понаслышке, поэтому старается как можно чаще проводить совместные с работниками тренинги и мастер-классы. Последний обучающий тренинг в одном помещении собрал сразу всех специалистов различных отделов. Первое – мы делаем оценку, где мы находимся сейчас. В данный момент каждый отдел он оценивает, что у него получается хорошо, что нужно делать лучше, что нужно перестать делать и что нужно начать делать. А после того, как эта оценка будет сделана, будет процесс планирования. И после этого уже по задачам, по ролям будет воплощение этих планов в жизнь, чтобы компания стала еще лучше. У каждого сотрудника фронт работ свой, но для успешной работы фирмы необходимо тесное взаимодействие друг с другом. И здесь важно понимание и стремление к одной общей цели. Миссия – обеспечить комфортным, качественным жильем клиентов со средним доходом. Сделать юг России еще более перспективней для жизни, чтобы здесь также были счастливы те клиенты, которые приобрели здесь дом и были довольны нашим жильем, нашей компанией, нашим отношением к ним, как мы дальнейше работаем с ним, не только вот сдали как-нибудь быстрее, чтобы нам плавно подписали там акт приема передачи. Нет, чтобы дальше как-то общаться, как-то вот вести диалог с ними. Строительная компания «Стройгарант Анапа» не стоит на месте и всегда развивается на благо своих клиентов. Руководители фирмы понимают, что основной ресурс любого предприятия – это люди. Важно создать комфортные условия работы для каждого сотрудника. Когда человек работает с удовольствием, тогда он может много сделать. Когда человек работает без удовольствия, от него надо ему всегда говорить, пинать, просить, вот, чтобы каждый работал с удовольствием. Наша такая задача здесь. Мозговой штурм, бурное обсуждение и совместное принятие решений. Только так работу компании можно сделать лучше и качественней. Ведь знает каждый, что в споре истина рождается. Классное мероприятие. Вот. Собрали всей компанией порассуждать в наше взаимодействие каждого отдельного отдела, как мы работаем вместе, наши цели на будущее. Нам это очень нравится, все увлечены. Вот. Каждый человек хочет тоже поучаствовать, посоветовать другим отделам что-то улучшить, что-то изменить. Это очень ценно в нашей компании. Вот. Мы будем стараться проводить это почаще. Компания делает продукт высокого качества, коллектив очень слаженный, трудолюбивый. Это чувствуется в разговоре со всеми. Это просто вот витает в атмосфере даже в офисе. Когда приходишь, чувствуется, что здесь люди трудолюбивые, которые радеют за качество, чтобы делать лучшие дома на юге России. И это видно. Это видно, что это радует и самих рабочих, и клиентов. И, я думаю, большие перспективы у компании.